Всем салам из солнечного зимнего Ташкента, друзья. Вот на этот раз опять снег уже густой пошел. И вот вам хочу показать, как выглядит зимний Ташкент в эту зиму 23-24 года. Вот такие вот у нас виды, друзья. Проедемся сейчас, может, в центр города, покатаемся немножко для вас. Для вас немножко прокатнусь и покажу зимний город. Вот у нас он опять солнечный, вот солнце светит, небо голубое. И вчера было, да, мне вот поступили жалобы, что я не выхожу, не гуляю. Вчера такое... Погода была вот тоже солнечно, голубое небо. И хотел я прогуляться, друзья мои, вам я скажу честно, настоящий аномальный холод. Трескучие морозы, я даже до магазина не смог дойти. Замерз за 50 метров, сегодня меньше. Ну, морозы поменьше, поэтому вот решил все-таки... прокатнуться на машине, показать вам зимний Ташкент. По той же дороге проедусь, по которой я ехал. Ну, немножко изменим, поедем по Дружбе народов, может быть, чтобы покажем, как выглядит дорога. Проспект Буньоткор. Так, еще одно хотел узнать. Говорят, бензина тоже нету. Так, бензин есть. Это уже хорошо. Вчера не было. Так, сколько стоит? Сейчас посмотрим. 8100. Так, опустили цену. Значит, поедем как-нибудь зальем, значит. Ну вот мы сейчас на прокате, друзья. Справа у нас прокат, 23-й квартал, слева у нас 13-й квартал, мечты по аутлет, ну вот дальше уже 13-й. Ну мы сейчас поедем прямо до метро Челанзар. Так, Дружбы народов много видим, может быть поедем, то что-то Руставели. Зимний я туда, наверное, не ездил. Сейчас подумаем. Ну, поедем прямо. Пока поедем прямо. Дороги, видите, еще гололед. Холод дичайший, честное слово. Я вчера не смог прогуляться. Да, вообще было очень-очень холодно. Справа, смотрите, аптека открылась. Такой вот шарики сделали, значит, новая аптека. Вот такой дикий холод. Конечно, у нас холода, для нас они дичайшие. Конечно, они не сравнить с теми холодами, которые сейчас стоит в России. Я не буду спорить, там, конечно, еще более... холодно, чем у нас. Ну, вот смотрите, вот город живет своей жизнью. Сегодня меньше холода. Морозы не такие. Где-то сейчас минус 8, минус 10, вот так. Минус 6 обещали, самый теплый. Так что я сейчас подумал, решил ехать по Дружбе народов, потому что мы по Дружбе народов не ездили зимой. У меня есть по Дружбе народов все сезоны. Также плюс, что по Дружбе народов, ну, по Буньоткору, да, скажем, нет светофоров, можно будет спокойно ехать и беседовать, комментировать.
Вот еще ломбард открылся тоже, видите, шарики поставили. В общем, город живет. Вот такой аномальный холод пришел, не обещали. Обещали, что в пределах 20 градусов. Вот неделю назад прогноз давали, что в Узбекистане, в Ташкенте такого холода не будет. Ну и как бывает, мы предполагаем, Всевышний располагает. Так что пришли аномальные холода, но обещали, но опять же это обещали, 2-3 дня. Вчера было очень жутко холодно, сегодня менее, ну завтра дня вроде спадет, обещают. Ну посмотрим, посмотрим. Не будем торопиться. Мы сейчас ярмарку проехали, так называемую. Ну а сейчас мы подъезжаем к перекрестку Шухрат. Вот, все белым-бело, замело. Ну, для нас это, конечно, не очень привычно вот эти вот зима, потому что, сами знаете, у нас тут почти полгода жара 30 градусов. Холода мы как-то не очень. Ну, лично я не люблю. Но зима тоже бывает в Ташкенте. И вот вам демонстрирую это явление. В прошлом году тоже была. Но в прошлом году она была очень-очень холодная и долгая. В этом году не обещают, что будет долго. Хотя, опять же, посмотрим. Зима только началась. Это календарная зима. А настоящая зима, как ее еще по-другому называют, она вот 21 декабря начнется. Так, мы сейчас лучше поедем по Дружбе народов. Все-таки у нас зимних видов нету, Дружбы народов. И вам, наверное, будет интересно посмотреть. Также, что хорошо по Дружбе народов, солнце будет у нас сзади. И картинка будет очень такая сочная, надеюсь. Вот здесь вот тоже работы велись. Что-то они вот тут тормознули. Что-то делают, пока не ясно. До сих пор ведутся очень медленно. Ну вот он, зимний Ташкент. Сейчас выйдем на основную дорогу проспекта Буньяткор, бывшей Дружбы народов. Вот так у нас вот замело. И что вот интересно, всегда после этого на следующий день светит солнце. Друзья, вот так вот Ташкент. Вот такой он солнечный. Не зря я всегда вам передаю привет из солнечного Ташкента. Здесь больше всех солнечных дней. Ну, если не считать Африку. Ну, еще некоторые страны. Но все-таки Ташкент, он Ташкент. Вот так вот выглядит Ташкент зимний. Все замело. Техника тоже есть. Наверное, реагенты посыпали. Но самое, что, скажем,
негативное явление, это то, что газ для автомобиля отключили. Опять же, есть жалобы, что у некоторых, ну не у всех, не у всех, не как в прошлом году. Но есть люди жалуются, что давление газа в домах упало у некоторых. Где-то и аварии случаются, свет выключают, воду выключают, отопление выключают. Ну, не везде. Меньше жалоб, но они присутствуют. Ну, лично я заметил, вот опять же, газ сказали, что будет покупать у России. Она уже поступает с октября месяца вроде бы. Была. Но говорят, ее хранилище заполняют. Сегодня я читал, вчера. Ну, в связи с этим сразу же и бензин пропал. Вчера вот говорят, вообще не было бензина. Есть только государство, вот это Узнефтегаз, но качество там очень-очень нехорошее. Вообще везде сейчас качество не очень. Ну и очереди. Ну а газ-заправки со вчерашнего дня, по-моему, уже с 9 до 12, то есть 3 часа всего открыто. Или с 6 до 12, по-моему, с 9 до 12. Точно не помню. Ну, укоротили опять же. Надеюсь, завтра потеплеет, может, газзаправки откроют, и можно будет поработать, друзья. Сейчас, вчера вот особенно, такси цены в 10 раз поднялись. Ну, правильно, топлива нету, люди не выезжают. Ну, и холод был, очень-очень холодно. Гололед. Вот так как-то, друзья, вот смотрите, Ташкент живет, и вот сегодня что у нас? Среда. Час дня. Вот едем в центр, я специально проеду сейчас. Знаете, мы на Новые выйдем, может быть. По Новые проедемся. И потом по Алмазару проедем, да? Посмотрим, какие там сейчас изменения. Вот хочу вам показать, рассказать еще чего интересного. Так, в принципе, ничего нового нету. Еще одна новость не очень такая приятное, то что доллар уже со вчерашнего дня по узбекски продавался выше уже 12 400, она колебалась, ну она была где-то 12 300, вот так, но 400 не доходило. Ну теперь, говорит, поднялась выше 12 400. Ну, что я еще заметил, ну, это мое лично субъективное мнение. В прошлом году доллар был дороже, даже 12 тысяч не было. А растительные масла, они стоили дорого, в пределах 18-20 тысяч. Ну, вот это литровые, я имею в виду. И сейчас литровое масло стоит 15 тысяч. То есть они в цене как бы упали. Мясо тоже вот у мясника берем здесь в магазине. Ну, без костей по 105, говорит. Ну, 110 максимум. Правда, в корзинке она дороже. Поэтому все, знаете, вот так вот. Ходить, если выбирать, искать можно и подешевле найти. Я как-то вот ориентируюсь на мясо, вот так, на масло, стратегические такие продукты.
доллар как бы поднимается, но они как бы не очень. А вот многие другие товары, они, да, поднялись. Молоко, например, 8 тысяч было, сейчас уже 9-10, оно вот поднималось. С чем это связано, непонятно. Это, конечно, неприятно. Так, вот мы сейчас выезжаем на... Подъезжаем к Хадра и выйдем на Наваи. В общем, смотрю, у меня стекло грязный стал. Я, наверное, сейчас где-нибудь остановлюсь, почищу стекло, чтобы вам видно было. Постараюсь это сделать, где возможно. Вот здесь вот. Если получится. То, что я не замерзаю, в прошлом году заливал, она у меня как бы стояла, но она замерзла. Непонятно, замерзайка, значит. Так, здесь попробуем где-нибудь. Остановиться. Так, вот почистил для вас, чтобы видимость была хорошая. Ну вот мы на площади Хадра, друзья. Немножко теплее стало. Как обещали, наверное, минус 6. Ну вот, смотрите, ряды Наваийской ярмарки бывшей. Вот так все замело. Вот такой вот зимний пейзаж. Так, печку включил. Прохладно. Этот уснул. Ну, здесь, видите, вот ярмарка, она в основном, видите, банки, учебные заведения, ну, как бы, консультации всякие, вот, страховки, ну, страховая организация. В общем, это уже не ярмарка, да? Здесь нет магазинов, как таковой, нежели раньше было, да? Также и Фархадская ярмарка, ну, это уже все в прошлом. Так, мы сейчас по Алмазар проедемся. Дальше поедем в Хумо. Может быть, прямо поедем, да? И по Байнал-Миналу, может быть. Сейчас посмотрим, как получится. Ну, здесь вот, наверное, видимость будет плохая. У нас выбора нет. Ну вот, смотрите, как выглядит. Ну, сейчас, конечно, зима, все вот не очень. Весной будет красиво. Обязательно приеду, когда вот эти уже все будут работы завершены. Обязательно проедемся здесь. Также, если интересно, могу пешие сделать прогулки. Но не сейчас, весной, когда хорошая погода будет. Пройтись вот по этим улицам. Вот смотрите, всю зелень прикрыли. Это хорошо. Ну, вот эти вот насаждение в середине, которое, посмотрите, от холодов.
Вот там, смотрите, целая армия рабочих. Собрание или что у них там. Или митинг какой. В общем, вот такой вот Ташкент. Впереди у нас Хумо-арена. Вот смотрите, здесь как разделили. Всем, кому налево, вот отдельные выделенные полосы. Так что не будут здесь там с третьей, с четвертой поворачивать. Так, я сюда бегу. Так, я решил все-таки поехать по другой дороге. Через Хумо не поеду, там все время будет солнце. Сейчас вот так лучше поедем прямо и по Самарканд Дарбаза поедем. Как вы думаете? Здесь все-таки видимость лучше, картинка. Иначе мы много чего там потеряем. Вот смотрите. Здесь работы завершились, театр оперета. Вот так выглядит Ташкент. Центр города Ташкент-Сити. Зимние пейзажи. Но в любом случае своя красота. Так, вот смотрите, здесь тоже вот стройка идет. Сейчас прямо поедем через Самарканд Дарваза, попробуем. Видимость будет лучше. Так, здесь узбуми какой-то. Убуми. А это тоже Буми. Финанс-центр. Ага, финансовый центр. Вот такая зима в Ташкенте, друзья. Надеюсь, в ближайшие 2-3 дня снег, наверное, растает. С завтрашнего дня обещают уже плюсовые температуры. Так что, а будет ли еще, неизвестно. Все-таки еще может быть, зима только начинается. Ну, будем следить за событиями. Вот эта улица тоже вот очень коротаж, да, вот эта улица. Очень красиво ее сделали. Так что посмотрим, как она выглядит в зимнем пейзаже. Ну, вообще, друзья, честно. В Ташкенте таких глобальных изменений, ну, в плане жития, нормально, жить можно. Таких глобальных изменений нет. Ну, сказать, что цены как-то немножко так и по аренде устаканилось. Правда, сейчас вот как-то она держится, по-моему, много предложений. Ну, это, конечно, мое чисто субъективное мнение. Я так слежу, не конкретно так, временами поглядываю, смотрю, почем. Есть группы, где сдают квартиры. И вот сужу, потому что есть много предложений, которые повторяются, значит, такого бума, как в прошлом году, нету, в начале этого года, скажем. В прошлом году особенно сильный бум был. Вот это у нас Самарканд Дарваза, новая улица.
Хотел по старой проехать, но сейчас, видите, вот она, отсюда, наверное, выезжает старая, но там гололед, я обязательно проедусь, у нас тут наш постоянный подписчик, зритель наш, все просит проехаться по ней, я обязательно проедусь, я все помню, устаканится сейчас со всеми, проблемами, бензин, газ там, ну и зима немножко все растает. Я обязательно прокатнусь, все обещал, никак не получается выполнить просьбы подписчиков. Знаете, в рабочие дни поток очень большой, пробки, а выходные вот дни вот как-то не очень получается иногда, но обязательно сделаю. Так что, друзья, не будем отчаиваться. Жизнь идет своим чередом. Ни капли не жалею. Вчера мне прислали ролик один, тоже с Ютуба. Парнишка уже, тоже 20 лет живет в Европе, и вот прям мои мысли, все он рассказал. Но он еще там. Он говорит, в тупик зашел. Вот так вот. Но я вот в тупик не зашел, скажем так, я подготовился, я понял, когда все уже, что мне Европа не зашла, что надо уезжать, я стал искать варианты. Вот он правильно сказал, что есть такие вот категории людей, которые вот, скажем, как растения, говорит. Их посадил, там немножко деньги, ну, то есть вот эти, воду подливаешь, и они радостные такие. Предел мечтаний, что сидеть в Европе и пособие там, ну, финансово, скажем, стабильный. Для многих это уже считается норма. Ну а вот переезд — это, конечно, сложный этап, потому что здесь никаких пособий нету, и работать надо. И вот мы подъехали к тому месту, друзья, где вот очень-очень. Потому что все, кто Самарканд-Дарваза, в основном, они все здесь на разворот едут. Видите? Я, наверное, еще раз остановлюсь. У меня стекло очень плохо видно. Чтобы для вас лучше видимость была, я сейчас протру стекло. Так, ну вот, немножко протер. Так, мы сейчас подъехали на КТТ.
все никак не могут здесь начать переделать вот эту развязку. Так, река у нас не замерзла, она даже теплая, там пар идет. Вот эта басянка, Боссу, как мы ее называем, басянка. Ну а мы вот едем по улице Лутфи. Вот здесь уже лучше видимость, надеюсь. Так что, друзья, я не из той породы, но если продолжить тот разговор, тоже, ну скажем, трудяга, люблю работать, конечно, но не утруждаться сильно, больше заставить деньги работать. Меня интересует эта тема. Вот у меня есть небольшой пассивный доход, кто не знает. Я торгую на платформе Forex. И у меня есть небольшой, ну, прилично, скажем так. Где-то 100-200 долларов в месяц все-таки оттуда приходит. Иногда бывает больше, иногда меньше. Ну, это уже хорошо, когда вот такие вот дни бывают, что холодно, не работаешь, и это помогает. Если бы не было бы этого дохода. Так, друзья, вот это все, оказывается, очередь. Смотрите, это за бензином очередь. Справа видели, вот это вся вот эта вот колбаса. Если бы не этот пассивный доход, пришлось бы здесь очень много работать. Потому что доход расход по сравнению с Европой, конечно же, сильно отличается. Здесь заработать большие деньги не получается. Хочу немножко уточнить. Не получается это не всем, а вот лично мне не получается, потому что у меня своя специфика. А так здесь, конечно, заработать можно, если есть желание и возможности. Ну, можно, можно. Скользко. Вот такая вот поездка у нас, друзья, была. Ну, мы еще едем. Вот видите, не все растаяло. Левая часть, она еще скользкая там. Ну, уже больше тает. Уже немножко потеплело, нежели час назад. Так, если сейчас немножко все растает, все устаканится с этим топливом, с газом, будем работать, будем ролики снимать. Сейчас не получается, у меня вот небольшой запас газа есть и бензина. Вот пока на нем держусь, поэтому вот выезжаю.
но они тоже на исходе. Так что надеемся, к концу недели или на следующей неделе уже все устаканится. Газ начнут продавать. И тогда все вернется на круги своя, и будем в штатном режиме работать, делать видеосъемки. Ну, сейчас я вот по улице Ширин проедусь еще. Здесь не буду заезжать, там уже показывал. Видите, вот, как я говорил, вот светофоры понаставили, где пешеходные переходы, видите? Вот об этом я имел в виду. Сейчас очень много таких светофоров ставят. Ну, для безопасности. Так, вот, здесь магазины были, смотрите, их нет уже. Тут тоже какая-то реновация идет. Насчет Ватана спрашивали. Ватан тоже что-то он... Там тоже все застряло. Хотели супермаркет, что-то Азия УЗ, что ли, сделать. Но что-то тоже не пошло, наверное. Ну вот мы на Ширине. Вот так выглядит зимний Ташкент. Спасибо, что смотрели. Всем желаю удачи. Скоро Новый год будет. Всем, всех с наступающими. Ну, еще далеко, конечно. Берегите себя. Здоровья. До новых встреч. И до свидания, друзья. Пока.